Доброго времени суток. Меня зовут Дмитрий Анатольевич, я плотник из Москвы. Долгое время я думал, что жизнь у нас такая неустроенная и тяжелая, потому что капитализм в России незрелый. Буквально недавно мы сбросили с себя цепи коммунистического ига, и вот теперь на истинном, так сказать, пути в светлое капиталистическое будущее. Но шли годы, ситуация не менялась. А потом жизнь свела меня с моими коллегами из разных развитых стран, из Франции, Германии, Англии, Италии, Соединенных Штатов Америки. И пообщавшись с ними, с такими же простыми работягами, как и я понял, что жизнь у нас здесь не сильно отличается от жизни у них там, при развитом капитализме. И, в общем, понял, что виноват, видимо, не неразвитость капитализма у нас, а капитализм как система экономических отношений в целом. Это натолкнуло меня на чтение первоисточников Ленина, Маркса. И эти же первоисточники натолкнули меня на мысль о том, что у меня есть два пути. Либо ныть и потихонечку загибаться вместе со всеми остальными, либо как-то пытаться бороться, как-то что-то делать, но бороться в одиночку, как известно, особого смысла нет. Бороться надо совместно с единомышленниками, с коллективом. И на поверку вышло, что рабочая партия России с точки зрения идей, с точки зрения понимания цели коммунистического строительства, с точки зрения понимание, так сказать, первоисточников наиболее близка к ним и наиболее правильно среди всех левых движений, среди всех левых партий и обществ, наиболее верно, наиболее ближе всего, скажем так, действительно к научному социализму, к марксизму как к науке, а не как к религиозной догме, как у некоторых товарищей там, и так далее. Поэтому я вступил и всех призываю, всех тех, кому не безразлично будущее наших детей, будущее нашей планеты, не побоюсь этого слова, призываю всех вступать в ряды Рабочей партии России и бороться делом, не словом, а делом. Спасибо.